Блейк Декстер. У него не дрогнет рука разрушить здание и пожертвовать собственными людьми, лишь бы не отдавать Викторию. Он остается здесь только из-за Лейлы. Надо добраться до него прежде, чем он осознает, что ее больше нет. Что это он там забыл? Взрывать здание из-за одного человека? Я его понимаю. Лейла там внизу. Там свобода. Один вертолет. Я один тут умею считать до двух. Внимание, группа Альфа. В секторах А и С заложен... Мы с ним вроде вместе в Академии были. Позади. Здравствуй, 47-й. Если ты читаешь это письмо, значит, я уже мертва. Ты убил меня за предательство. Трэвис выиграл. Не дай ему заполучить еще и девочку. Отделение Трэвиса занималось генетическими экспериментами без ведома агентства, а Виктория — их первый козырь. Дай ей выбор, которого не было у тебя. Защити Викторию и убей Трэвиса. Удачи, 47-й. Все гражданские эвакуированы из района. Мы можем делать все, что угодно. Диана. Я сдержал обещание. Виктория спасена. Отныне ее будущее в ее руках. Осталось одно, Трэвис. Он где-то рядом. Прячется за спинами боевиков агентства. С его трусостью сравнится только его нарастающая паранойя. Все вернулось в привычное русло. Есть я, моя цель и мой контракт. Я заранее знаю, чем все закончится. Надежная линия?
Говори. Мы нашли семейный склеп Бёрнвудов. Очень хорошо. Начинайте эксгумацию. Что? Честно, я не знаю, что ты хочешь найти. У нас, похоже, нарушитель. Мы все проверили. Диана Бёрнвуд умерла. Есть полицейские отчеты и результаты вскрытия. 47-й сам подтвердил, что убил ее. Что еще тебе нужно? Мы уже не раз недооценивали 47-го. Нет, я на это не куплюсь. Бёрнвуд вполне способна разыграть свою гибель. Она умела водить людей за нос. Что мы солгали об операции в Хоупе. Когда они узнают, сколько средств ты вложил, чтобы закрыть кладбище, они потребуют объяснений. Почему на самом деле Бёрнвуд предала нас? Что у тебя за научный проект? Все может вскрыться. Я не намерена умирать из-за твоих навязчивых страхов. Руководству поверит тому, что я скажу. Ты хотела играть в высшей лиге, но так это твой шанс. Работай или начинай писать свою эпитафию. Цыпочка и Джейн. Пару месяцев назад она в глаза всем боялась смотреть. А теперь вдруг раздает приказы. Видел, как гиена идет за раненым зверем? Джейн знает, что Трэвис Шапка сидит. Она только и ждет момента, чтобы его подтолкнуть. Thank you.
чего задержка, Джейн? Кран сломался. Через минуту будет в порядке. Проследи за этим. Я встану на холме. Доложи мне, когда найдешь тело. Моя охрана получила инструкции стрелять по всем, кто приближается. 47-й до меня не доберется. А я что, наживка? Мы только оттуда. Вот все в порядке. Блейк Декстер. У него не дрогнет рука разрушить здание и пожертвовать собственными людьми, лишь бы не отдавать Викторию. Он остается здесь только из-за Лейлы. Надо добраться до него прежде, чем он осознает, что ее больше нет. Что это он там забыл? Взрывать здание из-за одного человека? Я его понимаю. Лейла там внизу. Там свобода. Один вертолет. Я один тут умею считать до двух. Внимание, группа Альфа. В секторах А и С заложен... Мы с ним вроде вместе в Академии были. Дельта Икс, база, вы меня слышите? В нашем секторе...
Декстер. У него не дрогнет рука разрушить здание и пожертвовать собственными людьми, лишь бы не отдавать Викторию. Он остается здесь только из-за Лейлы. Надо добраться до него прежде, чем он осознает, что ее больше нет. Что это он там забыл? Взрывать здание из-за одного человека? Я его понимаю. Лейла там внизу. Там свобода. Один вертолет. Я один тут умею считать до двух. Внимание, группа Альфа. В секторах А и С заложен... Мы с ним вроде вместе в Академии были. Понял, гребаный лысый ублюдок. Она была создана убивать, как и ты. Это было бы прекрасно. Просто скажи мне, ты убил ее? Диана. Она... Правда мертва? Ты этого не узнаешь. Диана, делай, что должна. Кто ты такой? А тебе оно важно? Я могу помочь тебе найти его. Не бесплатно, разумеется.